Вперед! На этих старых кораблях размещали преступников до отправки в колонии. Значит, это здесь Джек держит свою добычу. Посмотрим, не навестит ли Джек ценных пленников. Джейкоб, это ты? Помогите. Мисс, скажите, почему я здесь? Никто мне не говорит. Это Джек! Джек-потрошитель! Клянусь, это он нас похитил! Он пытает нас и морит голодом. Джек держит их как животных. Они все умрут от холеры, если надзиратель не повесит их до того. Прошу, не бросайте нас. Главный надзиратель издевается над нами. Со мной неделями никто не говорил. А потом помощник надзирателя спросил, сколько я вешу. Нужно пробраться в главную тюрьму и найти надзирателя, пока он не повесил кого-нибудь Джеку на потеху. Ha!
Отправляйтесь на работу, ленивое отродье! Надзирателю необходим покой! Не падайте духом, господа. Вместе мы выберемся отсюда. Все без толку. Чтобы разнести двери, нужна взрывчатка. Нужно точно рассчитать вес, мягко толкнуть, а дальше сама пойдет. Так шея может растянуться сантиметров на 6-7. Еще до смерти. Уже не вернешь. И что теперь с тобой делать? Весь фокус в падении. Упал слишком быстро, сломал шею. Редеют наши ряды. Смотри-ка, у нас тут чистюля. Думаешь, спасешь пару висельников и изменишь то, что мы делаем? Мы? А ты как думал? Это твой братик замыслил. Это его мечта. Я в это не верю. Он научил мистера Джека, как мы можем очистить этот гнилой город. Но ты не поймешь, что это на пользу. Кишка танка. Где Джек? Говори, где он. Гори в аду вместе со своей пользой. Этот садист работал на потрошителя. Но следов Джека тут нет. Джейкоб, знаю, ты не хотел создать монстра. Но уничтожить его должны мы. От этого зависит наследие братства. Надо сообщить Эберлайну о том, что я нашла. Мне нужен инспектор Эберлайн. Дело срочное.
И где же он? Снова потрошитель? Где? Ладно. Спасибо вам. Стоп! Надо предупредить местных. Отправьте всех, кого можно, в старую тюрьму Халк.